Добрый день, друзья! С вами Галина Турецкая, психолог, кандидат наук, эксперт по лишним килограммам и не только. Сейчас, когда я записываю это видео, идут последние недели старого года. И это такой период, когда очень растет напряжение. Успеть доделать все дела, создать себе новогоднее настроение в этой суете. А хочется же праздника, новогоднего настроения. И вот мы чувствуем такой прессинг психологический. Скорее, и то, и это. И еще все вокруг как сговорились. Планируй, мечтай, загадывай желания, ставь цели. И вроде как в Новый год грешно этим не заняться. Меня попросили порассуждать на эту тему. Как мечтать, надо ли мечтать, почему поставленные по всем правилам цели не сбываются, что делать, если нет желаний. В общем, я попробую, посмотрим вместе с вами, что из этого получится, если не получается мечтать. Есть в мозге такой участок, лимбическая система, или еще его называют эмоциональный мозг. Та часть мозга, которая отвечает за мечты и хотелки, за эмоции. И очень часто ко мне приходят люди с запросом «хочу хотеть», потому что по разным причинам желаний нет. Ну, либо с детства родители так отбили охоту хотеть, вот буквально там кого-то били по рукам. Или там говорили «хочется, перехочется», или говорили «мы не можем себе этого позволить», не устраивали праздники, не клали подарки под елку, или дарили подарки, ну, какие-то такие практичные вещи дарили, а не то, о чем мы в детстве писали письмо Деду Морозу. И, конечно, вырастая, такой человек, он уже отрезает подсознательно для себя вообще этот канал желаний. Потому что много раз в детстве, когда это очень болезненно переживал, сталкивался с тем, что ну, нет никакого смысла хотеть, только расстраиваться. Или у человека просто нет энергии хотеть. Вот сейчас в таком состоянии, что нет энергии на хотелке. Потому что когда энергии мало, она уходит на выживание. А вот мечты, цели – это уже бантики. И есть еще одна причина, почему мы можем избегать и планировать, и цели ставить, и даже мечтать. Это страхи. Есть вот такое мнение, что страх не достичь, облажаться, не дает нам ставить цели, потому что тогда, если не достигну, то еще упадет самооценка. А поддерживать самооценку хотя бы на уровне плинтуса, это жизненно важно, это для личности важно. Ниже плинтуса она падать не может, ну, это плохая шутка, конечно, насчет самооценки на уровне плинтуса. Она должна быть адекватной, здоровой, эта самооценка. Если она падает, это становится угрозой личности. И интуитивно мы можем даже не ставить себе каких-то целей, чтобы еще ее не обрушить, эту самооценку. Поэтому... совет такой на Новый год, если вы еще этого не делаете, и вы вот сейчас, послушав меня, поняли, что да, это ваша тема, начинайте себя хвалить. Вот прям даже не ждите Нового года, просто начинайте себя хвалить за абы что. Вот неважно, когда вы получаете эти психологические поглаживания за то, что вы хотели выпить воды и встали и выпили воды, то есть удовлетворили свои потребности физиологические, уже молодец. Подсознанию не важно, за что вы себя хвалите, просто нужно накопить вот эту критическую массу похвал. Лимбический мозг можно тренировать так же, как и бицепсы. И один из видов тренировок – это хотеть. Простейший способ активизировать хотелки – это составить список 100 своих желаний. Будет непросто, но можно приставать к знакомым, спрашивать, чего они хотят, чтобы вдохновиться чужими хотелками. Или хоть какую-то идею получить. Можно фантазировать, от чего хочет, например, Анджелина Джоли, или президент Центробанка, или Джеймс Бонд, или любой какой-то литературный или киногерой, неважно, то есть какой-то другой человек, который в чем-то для вас авторитетен, но не вы, потому что если вам хотеть нельзя, отбили охоту хотеть, то другому человеку можно, и можно фантазировать про его хотелки. И, кстати, в этом списке ваших желаний вы не ограничены суммой дохода.
Предлагаю прямо сейчас приступать к упражнению. И если вам уже было интересно это видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями, обязательно подписывайтесь на канал, потому что будет продолжение. С вами была Галина Турецкая, психолог, кандидат наук в преддверии нового 2018 года.